Анонс, не точно-то, выхода 40-й серии турецкого сериала «Грязная корзина». 40-я серия сериала выйдет в эфир 3 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Сингюль связывается с Игитом. Женщина предлагает ему встретиться в ресторане. Мужчина охотно соглашается на ее предложение. И Сингюль отправляет ему геолокацию места. Когда они встречаются, Сингюль говорит, что хотела бы инвестировать 5 миллионов. Игита такая сумма удивляет, но Сингюль уверена в том, сколько она хочет вложить в это мероприятие. Мейра в разговоре с дочерью говорит о том, что ее муж стал в последнее время странным. Девушка советует матери отправиться на фирму и проверить, что же отец там делает. Игит разговаривает с Сингюль. Мужчина говорит, что его очень привлекает то, как разумно она ко всему подходит. Сингюль не понимает, о чем он, а Игит хочет ее поцеловать. 40-я серия сериала выйдет в эфир 3 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.